Всем доброго времени суток. Сегодня речь пойдет о инсургенте с пулеметом, модифицированном в бункере. Мне есть что сказать про этот агрегат, а вам я желаю приятного просмотра. Хитроумный план по высасыванию денег у игроков прошел на ура. Подумайте сами, почему сначала в игру добавили модификацию технички, а лишь потом инсургента? Ответ лежит на поверхности, но для тех, кто не понял, я объясняю. Инсургент по всем характеристикам лучше технички. Сам по себе инсургент пикап можно купить на сайте Варстока. После покупки у вас есть броневик с пулеметом, одним водительским и аж 8 пассажирскими местами, неплохой защиты от пуль и взрывов, а также приемлемыми ходовыми характеристиками. Из минусов лишь слабое бронирование окон и недоступность. Под недоступностью подразумеваю, что этот ТС будет находиться в гараже Пегасуса. То есть, чтобы его заполучить, придется позвонить, заплатить $200 и, помимо всего этого, проехать достаточно большое расстояние до места, куда вам доставят инсургент. Модификация же инсургента пикап делает опор на минусы и улучшает общие характеристики. Сама модификация стоит около 200 тысяч в ПКП. После этого инсургент станет вашим личным ТС и будет помещен в гараж. Другими словами, появится более простой доступ к нашему броневику. Помимо этого, появляется возможность установить более домашний пулемет и бронеплиты. Заместо стандартного орудия можно поставить 50-мм трехствольный миниган, который является более мощным. Бронеплиты же частично закрывают окна, и попасть по водителю и пассажирам становится немножко труднее. Также можно промодифицировать инсургент как обычное транспортное средство, тем самым повысив ходовые характеристики. Итого, на выходе мы имеем броневик с маленькими окнами, превосходным орудием, отличной защитой как от пуль, так и от взрывов, неплохими ходовыми характеристиками и огромным количеством пассажирских мест. Кстати, пулемет и бронеплиты, к сожалению, придется открывать в бункере наравне с другими улучшениями. Вложения придется сделать приличные, но несмотря на все это, я вам рекомендую инсургент пикап и его модификацию к покупке, безоговорочно. Этот ТС имеет огромный спектр применений, в частности прохождение ограблений и подготовительных заданий. А на этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео, я донес до вас нужную инфу. Желаю удачи, можешь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Также можешь написать комментарии с конструктивной критикой и советами, идеями для новых видео. Всем пока!